Привет! Вы хотите купить красивые скины, но на Dragon Lore у вас нет денег? Тогда это топ для вас. Я составил топ красивых и дешевых скинов в CSGO стоимостью до 20 рублей. Ну что ж, поехали! Первый скин, который я бы хотел вам показать, это АК-47 элитное снаряжение. Так как скины АК-47 очень дорогие, дешевых скинов здесь мало, то довольствоваться нечем. Второй скин — это АУК «Радиационная опасность». Его стоимость составляет 10 рублей, но можно поискать его с наклейками, которые еще больше улучшат цвет и красоту этого скина. Третий скин — «Максим Ядро Кабальта». Его цена 6 рублей, но он выглядит очень загадочно, поэтому я выбираю его. Четвертый скин — MP7 «Астерион». Я не знаю, как правильно его назвать, но то, как я его назвал, скорее всего, неправильно. Он стоит всего 17 рублей. Этот скин выполнен в минималистичном синем цвете и довольно красиво выглядит. И пятый скин — это P250 «Малиновое кимоно», стоимостью которого 13 рублей. Об этом скине и говорить не надо, просто посмотрите на него. Все эти скины попали в топ только по моему мнению, поэтому, ребята, не бомбите, если что-то было некрасивое. Надеюсь, вам понравилось. А если хотите топ-5 скинов Star Trek за 20 рублей, тогда go 20 лайков. Всем пока!